Раннему Василию Николаеву присущ академизм, он признанный портретист, однако за годы сформировался его особый стиль – свобода выражения своего видения мира без привязки к привычной форме. Цвет, ритм, композиция, абстрактные сюжеты, которые явно звучат. Сегодня это общепризнанная классика. Я многому научился у него, не боюсь это сказать. Его эстетика, его культура, умение, чувство, чувство такта, какие-то вещи именно свойственны только ему. Кто немного понимает в этом, конечно, отдавали должное его таланту именно и в этой области. Такой композиторский талант, особый талант. Эту выставку Василий Николаев планировал сам. Приурочить ее он хотел к своему 70-летию. Чуть более чем полгода назад мастера не стало. Его присутствие в выставочном зале незримо ощущается. 60 полотен последних лет тщательно подобраны, и они в буквальном смысле, соответствуя названию выставки, звучат жизнеутверждающе, как и все творчество Николаева. Конечно, не хватает его. Это невероятный труженик. Он тащил союз во многом, работал постоянно, всегда и везде. Он был отзывчив, он помогал. Погрузиться в мир свободы, творчества и оптимизма Василия Николаева можно до 14 февраля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».